утро на Енисее. Знаменитый телепсихолог начала 2000-х Андрей Курпатов пишет хорошие книги. Одна из последних – «Красная таблетка». Природа создания человека полна загадок. Люди часто недооценивают возможность собственного мозга, искаженно воспринимая мир и окружающих людей. О сложной работе нашей головы автор расскажет простым языком, избегая сложной терминологии, приправив нотками юмора. Крутая книга, очень интересный формат. Она сделана не как обычное издание, а как блокнот с подсказками. Говорят, эту книгу читали очень влиятельные люди в правительстве. И она им понравилась. Это привлекает. В книге «Выдохшиеся» автор Арианна Хаффингтон говорит о том, что успех состоит не только из материальных ценностей. Гонка за властью и деньгами нарушает эмоциональное здоровье. Стресс вызывает серьезные заболевания. Разрушаются отношения с друзьями и близкими. Как этого избежать? Ответы на этот вопрос в книге. А я не чувствую себя выдохшейся при таком активном образе жизни. Мне нравится много работать и зарабатывать деньги. Спорная книга. Мне показалось, что тема актуальна. Многие ставят деньги на первое место, а это не всегда правильно. Книга о знаменитой голливудской актрисе Меган Маркл – новинка на рынке. Историю жизни Меган рассказывают соседи, друзья и коллеги актрисы. Как прошла юность девушки, чем закончился первый брак и почему она пошла на свидание с принцем Гарри вслепую. А также, как простолюдинку принял дворец и от чего ей пришлось отказаться. Всем интересна жизнь принцесс. Я с удовольствием читаю книгу. Написано хорошо, читается легко. Всем, кто любит подглядывать за жизнью знаменитостей, рекомендую.